Спустя 7 лет континентальная хоккейная лига и КХЛ ТВ снова начали исполнять желания. Ведь немало людей мечтает занять позицию с хорошим видом на площадку, надеть гарнитуру и сделать все, чтобы зритель как можно больше узнал о происходящем на льду. Именно для таких мечтателей конкурс комментаторов КХЛ ТВ. Отсмотрев более 200 заявок, жюри определило 10 финалистов, причем 6 из них из регионов, а один и вовсе из Минска. Настолько широка география конкурса. Второй этап проводился в учебном центре Долби. Он состоял из комментирования фрагмента матча, мини-интервью и определения победителя. Причем на подготовку к репортажу у финалистов было всего пару минут, ведь они узнавали матч, вытянув билет. Несмотря на то, что парни являлись конкурентами, почти все поддерживали друг друга и регулярно звучали аплодисменты. В студии, где сидело жюри, все было не так радужно, ведь выбор был очень непростой, особенно учитывая, что вкус у всех разный. Ну смотри, он без штампов говорит, это важно. Вообще ни одного такого классического. Ну, сравнение очень маловато, могут, конечно, чуть вложиться. Не, ну ладно, слушай, мне кажется, он, во-первых, он механику понимает, потому что я сам играл, и только непонятно с радиусом, ну ладно, дело 15-е, что там краска нашел. Но смотри, по тембру прям магран-магран. Я бы очень обратил внимание на камню, на такую большую перспективу. Вот. И да, и он, я думаю, что вот прямо сейчас точно не комментатор, но в большую перспективу, мне кажется, он может быть таким очень сильным игроком. Вот. Я просто не очень понимаю, какое применение может быть, но то, что его терять нельзя, это прям вот сейчас железобетон. Голос закатывается с трубки вначале, когда ничего не происходит. Да, да. И выход после сложной ситуации, где мы его поставили в фрагмент вначале, а потом он разошелся, когда разошлась игра. То есть он идет за игрой. Ну, видишь, он все успевает. Смотри, как быстро. Он очень быстро перестраивается. Это прям супер плюс. Нет, ты прав, что он как вообще даже не почувствовал момента, а то, что это седьмая игра уже подряд, уже тяжело ему. Что странно. Как-то должен понимать, что тут Вайсфельд сидит, слушай, что. А внутренняя поверхность губы – это к Масаковскому отсыл. Он идет и держится за паховые кольца. Там человек рентген, конечно, тоже определял все сразу. Здесь много пауз, где звучит музыка. Музыку можно узнать, от нее можно оттолкнуться, сделать какой-нибудь... Да ладно, музыку ты знаешь, кроме тебя никто музыки не знает. Да неправда, но это же... Меня постоянно в тупик ставит. Чья композиция, кто диджей. Вы хотя бы Бузову теперь знаете. Вот, ты не слышал. Вот, а ее так не слышали. Ну, не то благодаря тебе. Но через споры все же удалось определить победителей и призеров. Молодой комментатор из Ярославля Антон Васятин занял первое место на третьем конкурсе комментаторов КХЛ. На душе скорее расслабление, в первую очередь, потому что я был, честно скажу, очень напряжен. А в то же время я очень рассчитывал победить, и даже когда меня выбрали в топ-10, когда я попал в финал, я, в принципе, в этом плюс-минус не сомневался, потому что знал, что кое-какой уровень у меня уже есть, но победить здесь стало... Ну, наверное, приятной неожиданностью. И, честно скажу, когда назвали мое имя в качестве победителя, вздрогнул очень прилично. Что сделаю, пока не знаю, надо еще обсудить с семьей, но точно могу сказать, что есть желание развиваться, расти. Я не собираюсь это дело бросать. Что будет в ближайшие дни, пока сказать не могу. Я вот впечатлен как раз их уровнем ребят, участвующих в конкурсе, потому что, с моей точки зрения, вот 10 человек, там любого просто бери, ставь спокойно в эфир, безболезненно абсолютно. Есть еще один аргумент, который я вообще, например, не учитывал, там, телевизионные вот эти вот вопросы. Я-то, в общем-то, не совсем комментатор, я в этих вещах не очень понимаю. Оказывается, там есть куча всяких нюансов, которые в том числе влияют на выбор. Но мне очень понравилось, и я очень впечатлен уровнем ребят. Теперь Антону предстоит отработать на предсезонных матчах, а дальше регулярный сезон КХЛ, а там, глядишь, и финал Кубка Гагарина. Так что заветная мечта совсем близко. Хорошую трехходовку разыграли, и Кудака попросту оставалось построиться под эту шайбу, но он это сделать не сумел. Всем спасибо за внимание.